Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о новых выделенных полосах и монстре от Гембала. Тут у нас всякие разные события намечаются, в основном связанные с футболом. Но коснутся они не только поклонников этого вида спорта, но и нас, грешных, с нашими автомобилями. В преддверии Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу в Москве резко увеличится количество выделенных полос. Ура! Часть из них будет временными, и организованы они будут у стадионов и на пути из аэропортов. Но часть под шумок станут постоянными. По планам столичного правительства, для автобусов и прочих такси будет выделено более 80 километров трасс. Понятно, что там молниеносно появятся камеры и повысится собираемость штрафов. Но главное, чтобы автобус проехал. Практика подобных линий есть в очень многих странах. Например, в Барселоне автобусная полоса вообще отделена от основной проезжей части отбойником, и влезть туда не получится от слова «никак». В Нью-Йорке, точнее в его пригородах, в утренние часы пик автобусы передвигаются по разделительной полосе. Так что опыт наш не уникален. Уникально то, что очень часто выделенные полосы появляются там, где в них нет вообще никакой необходимости. Есть такое ателье «Гембала». Ребята очень любят Porsche и постоянно превращают их в сухопутные ракеты. Вот и сейчас они взяли Porsche 911 Turbo и сотворили нечто неописуемое. Поработав с настройками мотора, они увеличили его мощность до 809 лошадок, а крутящий момент стал 940 ньютон-метров, почти как у тепловоза. Кузов одели в новый аэродинамический обвес с бамперами с угрожающими воздухозаборниками и двухэтажным задним антикрылом. Шоу-кар перекрасили в фиолетовый цвет, а технические характеристики до поры до времени засекретили. Интересно, стандартный Porsche 911 Turbo разгоняется до сотни за 3 секунды. За сколько же будет разгоняться этот монстр? Или он просто будет выстреливать и нестись со скоростью звука? Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».